Памятный знак Куйбышев «Запасная столица» получает Тамара Григорова, руководитель школьного музея имени героя Великой Отечественной войны, гвардии полковника Виктора Антонова. Активисты музея ухаживают за воинскими захоронениями, проводят экологические акции и экскурсии. Дети очень любят эту работу, они гордятся тем, что у нас такая родина, такие герои. И, может быть, сказал бы, что вот современная молодежь забыла уже о наших героях. Мне как раз-таки очень это неприятно слышать. Но на самом деле дети с удовольствием рассказывают о героическом прошлом нашей родины. На собрании женского актива Куйбышевского района подвели итоги работы, отметили лучших и обсудили задачи на будущее. Близятся выборы в губернскую и государственную думу. Союз женщин поддерживает политику президента и губернатора. И порой в своей деятельности они поднимают очень такие деликатные темы, которые всегда решаются. И решаются с помощью губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. И мы ему очень благодарны за то, что он всегда очень активно реагирует на все просьбы женщин. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в регионе множество масштабных социально значимых проектов. Реализация многих невозможна без поддержки федерального центра. Количество представителей от Самары в Госдуме зависит от явки 18 сентября, в день выборов в областной и федеральный парламенты. У нас очень важный и очень ответственный период в целом, не только это, как бы можно говорить, о Самарской области, но в целом в стране. И поэтому консолидация сил нашего народа в целом, она крайне важна. Перед регионом стоят амбициозные задачи. Решить их возможно только общими усилиями. К этому итогу пришли в резолюции по итогам встречи. Валерия Макарова, Константин Головин. События.